Традиционные соревнования по мини-даунхиллу Ерино Оупен, прошедшие в Подольском районе, как всегда отличались высоким уровнем организации. Не у каждого спортсмена есть возможность ездить в горы тренироваться, а тут контест рядом, в Подмосковье. И хоть трассы не очень длинные, любые соревнования повышают уровень катания. Учитывая, что так ребята молодцы, подготавливали всегда две трассы, поэтому вполне интересно, ну и одну, и другую потренировал. У каждой трассы своя есть изюминка, как бы. Поэтому двух трасс, они как бы компенсируют отсутствие такой длины, как в горах. Соревнования подобного плана редко посещают девушки. Оно и понятно, этот агрессивный вид спорта не терпит нежностей. В Ерино пятерка отважных девушек наравне с ребятами отважно бросались с крутых склонов. Трассы, на самом деле, они одного уровня, что первая, что вторая, говорят, сложнее и проще. Нет, они одинаковые по сложности. У каждой трассы есть свои нюансы. Они, в принципе, что хорошо, что мне очень нравится в Ерино, это то, что трассы всегда строятся под тех людей, которые и могут кататься хорошо, очень хорошо. И новички, вот там, и девушки послабее, которые... Потому что как бы можно везде там объехать, там съехать по-медленному и все такое. Все зависит только от твоих сил. Быстрее будешь ехать, сложнее будет трасса. Если ты проехал медленно, в принципе, нигде у тебя загвоздок и не будет вообще. Организаторы не хотят останавливаться на достигнутом и хотят выжать из этого места максимум возможностей. Будут строиться больше кикеров, контруклонов. Но, как всегда, эти маршруты будут удобны для всех райдеров, и начинающих, и профессионалов. Традиционно трассы в Ерино нравятся, мы не делаем их специально очень сложными, потому что они должны быть проходимы. Все-таки на соревнованиях 5 категорий и уровень катания совершенно разный. Поэтому мы делаем трассы, чтобы они проходились легко участникам с любым уровнем подготовки.